Российский сериал в жанре драмеди «Полицейский с Рублевки» выходил на телеэкраны на протяжении 5 сезонов с 2016 по 2020 год и завоевал при этом любовь и интерес зрителей. Сюжет проекта и режиссером-сценаристом которого выступил Илья Куликов рассказывает о работе сотрудников несуществующего столичного ОМВД «Барвиха Северная». В данном видео мы расскажем про актеров, которых, к большому сожалению, уже нет в живых. Ростислав Гулбис. Актер Ростислав Гулбис сыграл в проекте роль Олега Елисеева, друга Гриши. Также артиста знают благодаря другим его киноработам. Он снимался в детективном многосерийном фильме «Кулагин и партнеры», мистическом проекте «Чернобыль. Зона отчуждения», фантастическом фильме «Кома». Попробовать свои силы в кинематографе парень решил еще будучи учеником 11 класса. После школы получил образование и работал в театре, а профессионально сниматься начал в кино с 2011 года. Вся его фильмография насчитывает больше 20 работ. Ростислав Гулбис ушел из жизни летом 2021 года, когда ему исполнилось 32 года. Причиной смерти стало обострение панкреатита, которое спровоцировало почечную недостаточность и вызвало отек легких. Егор Клинаев. Актер сериала «Полицейский с Рублевки» Егор Клинаев исполнил роль Саши, сына Якова. Также он появился в фильмах и сериалах «Физрук», «Чемпионы», «Частное пионерское». Егор профессионально занимался музыкой и был известен как участник ансамбля «Непоседы». Кроме того, младшее поколение запомнило Клинаева в качестве ведущего передачи «Пора в космос» канала «Карусель». Егор погиб при трагических обстоятельствах в сентябре 2017 года в Москве, когда ему было 18 лет. Став свидетелем массового ДТП на МКАДе, Клинаев вышел из машины и бросился на помощь пострадавшим, но сам случайно оказался под колесами другого автомобиля. Ирина Цивина. В числе умерших актеров сериала «Полицейский с Рублевки» оказалась Ирина Цивина, которая также известна как вдова актера Евгения Евстигнеева. Исполнительница сыграла в многосерийной комедии роль завуча элитной школы. Сниматься в кино актриса начала в конце 80-х годов. Всего в ее творческой биографии больше 50 ролей. Она запомнилась зрителям по фильмам и сериалам «Молодежка», «Кремлевские курсанты». Ирина Цивина умерла у себя дома в апреле 2019 года. Причиной смерти названа болезнь сердца, спровоцировавшая инфаркт.